О красивой жизни в большом городе, заметных событиях и неординарных личностях расскажем я и мои коллеги. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Вот уже четвертый раз каменные джунгли южноуральской столицы погружаются в невероятную атмосферу. Звуки гонга, асаны и медитации поклонники йоги на этот раз практикуют в огромной компании. В этом году фестиваль проходит под девизом «Урбан йога». Мы всегда привозим каких-то знаменитых людей в сфере йоги. И в этом году наш выбор пал на Лоренса Джея. Это представитель именно этого направления, урбан-йога. Он живет в Канаде, практикует в Канаде. И, наверное, почему это направление нам близко? Потому что все-таки мы живем в мегаполисе. И восточная йога, та традиционная, ну, возможно, нам не всем подходит. Потому что йога должна проходить в теплом месте, чтобы все это там под солнышком. А урбан-йога, ну, сама говорит за себя. Для меня очень важно, что эти вещи, как движение, дыхание и осознанность, что они могли быть доступны для любой средний человек. И urban yoga – это не только про движение, дыхание, медитация, но тоже про выражаться, действия, как использовать эти навыки и эти, ну, просто эти выгодные вещи, что йога дает, и как мы можем использовать их не в какой-то странная страна, ну, прямо здесь, в нашем современном жизни. Если прошлый финал проекта «Йогини в бикини» проходил в экстремальных погодных условиях, на этот раз все перенесли в помещение. В прошлом году Organic Nation и погода нас очень удивили. Девчонок наших напугали, и в этом году, когда девчонки приходили уже на кастинг, они заведомо интересовались: вы нас не будете морозить? Вот, и поэтому все-таки было такое принято решение приурочить именно фестиваль «Йогини в бикини», а именно его финал, к нашему празднованию дня рождения. И финал фестиваля «Йогини в бикини» будет таким своеобразным подарком, как нам хочется об этом говорить, городу, нашим всем клиентам, нашим друзьям, потому что всегда хочется показать, смотрите, что с помощью йоги можно достичь каких результатов. Гвоздитерапия, лекция по аюрведе, дыхательные практики, ведическая астрология. Двухмесячный марафон проекта «Йогини в бикини» изменил участниц и внутренне, и внешне. Проект мне подарил возможность. Я почувствовала, что у меня есть руки, я могу делать какие-то интересные асаны сложные, которые до этого мне казались, ну, вообще нереальны. И сейчас я и чувствую себя лучше, и моральное состояние, духовное, и в целом. В моей жизни стали происходить только светлые события. Очень много прекрасных, светлых людей появилось в моей жизни. Здоровье просто, я абсолютно здорова, то есть я перестала болеть. Очень многие проблемы стали решаться очень простыми путями, принятием и просто другим отношением к этим проблемам. Поэтому, конечно, когда я услышала, что конкурс в этом году снова в Йогини, естественно, я пришла за новыми эмоциями, за новыми событиями и за новым каким-то энергетическим потоком. Из того, что у меня появилось новое в жизни, это ранние подъемы. То есть для меня встать в 6-7 утра – это очень трудно. И потому что я захотела прийти, допустим, на аштангу-йогу, мне приходилось вставать в 5:30. Для меня это очень тяжело. И, конечно же, новые знакомства. Очень много веселых, положительных девчонок, с которыми мы сейчас проводим время вне проекта. Йога меня привлекает больше, наверное, как философия. Привлекала мантры, медитации различные. Ты через тело приходишь к своему разуму, приходишь к себе, воспитываешь свой ум и просветляешься, наверное. Девчонки узнавали, как вести здоровый образ жизни, органичный, как окружающую природу сохранять, то есть что сделать, чтобы жизнь просто стала интереснее и счастливее. И этим они занимались на протяжении 2 месяцев. И Йогиня в бикини – это современная девочка, девушка, женщина вне возраста. Она молода душой и ведет просто здоровый образ жизни, не причиняя вред окружающим и себе в том числе. В
современном мегаполисе с его стремительным ритмом жизни и множеством поводов для стресса йога невероятно актуальна. Именно поэтому фестиваль собрал около 200 давних поклонников йоги, а также тех, кто ни разу ее не практиковал. Йога, она подходит каждому. Не нужно как-то себя утруждать сильно, чтобы ею заниматься. Есть и более облегченные, так скажем, варианты, есть более физически тяжелые. Я думаю, что каждый. Можно просто помедитировать, это уже йога будет. Или подышать пранаяму, например. Йогу надо принять, вот честно скажу. Ходить на йогу у меня было несколько попыток. То есть это надо найти своего тренера, самое главное. Люди, если будут заниматься, больше вникать в такие вещи, то от городской суеты будут уходить постепенно и будут больше погружаться в себя. С каждым годом йога трансформируется, переходя из аутентичного учения в коллаборацию с фитнесом. Йога разнообразная, и есть несколько разных, ну, как-то типа вида йога. Есть много йогах, кто поддерживает традицию, это их. И это им очень важно. Я скажу честно про себя, я канадец, но я работал в Гонконге, в Австралии, вокруг России, вокруг Америки, Европе. И что я видел, что, может быть, 10 лет назад йога была самая продвинутая вида движения, фитнес, физкультура. Ну, со временем, что случилось, фитнес начинало как-то убирать такие вещи, правильно питаться, не только поверхность, осознанность. И фитнес начинало быть больше и больше на международный уровень, более продвинутый. И сейчас что происходит, есть такая, от моей точки зрения, есть такая смесь, где йога и фитнес начинаются как-то встречать друг друга. Это в современном уровне и на международный рынок. В России, мне кажется, особенно в городе, как Челябинск, когда я слышу и разговариваю с людьми, это все происходит чуть-чуть медленнее, и мы только представляем йогу для людей. Поэтому я бы сказал, что йога до сих пор здесь стоит как более традиционная практика, что создает возможность для людей могли чувствовать лучше внутри их тела, на эмоциональном, на психологический уровень. Йогу каменных джунглей можно назвать своеобразным анонсом фестиваля Organic Nation, который пройдет в этом году с 23 по 25 августа. 16 спикеров из России, Канады и Индии. Более 50 мастер-классов и лекций пройдут в живописном месте озера Тургаяк. Стильно и элегантно, строго и со вкусом. Тренди и с характером. Все это про одежду бренда Medi Art. Деловую капсулу и образ на выход мы подберем вам с удовольствием и профессионализмом. Medi Art – гарантия восторженных взглядов. Исключительно из твердых сортов пшеницы. Сохраняет форму идеальной. Макфа. Мой твердый выбор. Покупай полезные макароны. Одевайся свободно. Одевайся легко. Одевайся с удовольствием. Сеть салонов европейской одежды Street Couture. У нас всегда новые коллекции. Ждем вас на Сони Кривой 30 и Пушкина 65. Отношение к деловому гардеробу в последнее время становится все более лояльным. Но тем не менее, то, в чем мы ходим на работу и в чем проводим свое свободное время, хоть в нюансах, но все же должно отличаться. Как одеться стильно, модно, профессионально, рассказывают наши эксперты. Современный деловой гардероб менее формальный и более демократичный, чем 20 лет назад. Популярен сегодня стиль смарт-кэжуал. Не буквально, но по сути, это продуманная повседневность, элегантная, индивидуальная и креативная. Как это понимают дизайнеры, сегодня выясним на примере известного российского бренда. Итак, самой статусной позицией смарт-кэжуал является жакет.
вот такой жакет в стиле сафари из смесовой ткани. Здесь льняная фактура, но при этом ткань не мнется, она комфортная, дышит. Юбка-карандаш, наша знаменитая юбка нашего бренда, красиво подчеркивает фигуру, линию бедра, талию. Хлопок жаккардовый, очень комфортная ткань, хорошо дышит, при этом она не мнется, потому что у него переплетение жаккардное, комфортное, обладает стретчем, хорошо сидит на фигуре, прям идеально подчеркивает все формы, фигуры, изгибы, талию, бедро. Немного о топах, те, которые выглядят более собрано, не так расслабленно, как обычная трикотажная футболка. Имеет кровь, точной рукав, интересный элемент — рукав кружева, выполнен из вискозы, то есть в нем легко, дышится хорошо, при этом молочный оттенок, он всегда по-деловому нарядно смотрится. Топы с принтом в летней коллекции без них никуда. Цвет хаки сейчас актуален, и вот яркий горчичный оттенок, терракотовый, с перспективой на осень, потому что цветовая гамма осени здесь присутствует. И вот такой вариант топа тоже как повседневный, у него тоже выполнено жаккардное плетение, и также его можно носить как нарядный вариант. Крой как будто бы простой футболки, но он выполнен из трикотажной ткани с небольшим сверкающим эффектом, тоже будет выглядеть по-деловому, под жакет, под жилет. Еще один совет по поводу полупрозрачных тканей. Их не нужно бояться. Под эти ткани просто одевать нужно телесное белье, белье в цвет гладкое, и его не видно. Даже белый бюстгальтер может быть более заметен, чем белье телесного цвета. Понятие сезонности в моде последних лет достаточно условно. Это касается и оттенков, и, собственно, моделей одежды, которые из лета могут переходить в осень и наоборот. В наши салоны начинает поступать уже осенняя коллекция, но выполнена она из легких тканей. Вот такой вот принт, огурцы, всегда актуально, освежит, добавит динамики в образ. И вот такая вот молочная блузка с нежной розой. Можно ее сочетать и с брюками, и с юбкой, с классической. Можно представить вот эту блузу, например, с брюками из летней капсулы «Ягода». Коллекция представлена большим разнообразием брюк в бежевом оттенке. Очень удобный классический цвет, деловой. Есть в хлопковой ткани бежевые брюки. Хлопковая ткань на лето очень практична. За счет того, что она с принтом, не очень заметно, если хлопок помялся. Из хлопковой ткани представлены брюки Ниагара. Очень красивый оттенок, серо-голубой. Базовый темно-синий цвет в летней коллекции всегда присутствует. В летней коллекции деловые рубашки представлены очень комфортной ткани из вискозы. Легкая, приятная, молочного цвета. Рукав-трансформер. Можно носить как длинный деловой рукав. Завернуть, застегнуть на пату. Сейчас летом очень удобно. Во многих моделях представлена. Интересная модель с асимметричным кроем. Вытянутые бока. Зрительно вытягивают силуэт. Опять же, нежно-голубой оттенок. Это самый удобный, наверное, летний принт. Полоска актуальна в этом году. В современных коллекциях можно часто встретить модели из полиэстера. Людей старшего поколения это напрягает, хотя современные искусственные и смесовые ткани оказываются очень комфортными и износостойкими. Полиэстер сейчас нового поколения, он по свойствам приближен к натуральным тканям, он дышит, но при этом он не мнется, хорошо драпируется, он гигроскопичен. Это удобно в нашей жизни динамичной для наших деловых женщин, поэтому не бойтесь, если присутствует в составе полиэстер, он добавлен для вашего комфорта, для удобства, чтобы вещь долгое время сохраняла первоначальный вид. Деловое платье в летнем гардеробе не то чтобы должно быть строгим, нет. Здесь просто важно соблюсти некоторые правила. Прикрытыми должны быть плечи, колени и зона декольте. В деловом контексте здесь соблюдены все детали. У нас присутствует рукав, длина миди, которая закрывает колено, однотонный цвет. Все это присуще деловому гардеробу. И также это платье может послужить вам нарядным, торжественным. Вот такой вот лайфхак наши дизайнеры придумали: прицепить нарядный цветок из фаэмирана молочного оттенка на магнит. Это очень удобно, ткань не портится от проколов. Очень интересная модель летнего платья из ткани крэш. Ее можно носить просто
летом как нарядное, одеть с каблуком, с танкеткой. И можно представить его в образе casual, дополнив его короткой джинсовой курткой, кроссовками. Очень удобна ткань крэш тем, что ее не нужно утюжить, удобно брать с собой в поездку. В деловом контексте это платье можно представить с однотонным жакетом или жилетом. Тоже будет очень хорошо смотреться. Классическое синее платье, рубашка, можно также носить с поясом из шнурка темно-синий, который идет в комплекте. Также это платье-рубашку можно представить с белым топом и с темно-синими брюками в расстегнутом виде. В отличие от сарафанов, эта модель гораздо более приемлема за счет того, что у нее имеется рукав, плечи прикрыты, воротничок, который тоже можно застегнуть, если это требуется. В летней коллекции деловое платье может выглядеть немного романтичным. Продольные линии асимметричного кроя стройнят зрительный силуэт. Женщина на работе должна выглядеть красиво и профессионально. Во всех остальных ситуациях просто красиво. Отдельные предметы, безусловно, могут переходить из одной капсулы в другую. Главное помнить формулу хорошего вкуса. Соответствие времени, месту и погодным условиям. И все это помноженное на индивидуальность. Смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Прошли те времена, когда женщины в интересном положении отсиживались дома, во всем себе ограничивали и переставали ухаживать за собой. К счастью, это давно уже не так, и будущие мамочки меняют наряды, ходят в салоны красоты и не раз за беременность участвуют в фотосессиях. Эта съемка посвящена коллекции, созданной в модном доме «Я» специально для красавицы и модницы Марины. Сегодня она находится в таком интересном положении. Желание было сохранить вот ее индивидуальность именно в этот период. Поэтому мы для нее разработали коллекцию достаточно яркую, современную, где присутствуют все модные тенденции. Для Марины мы предложили остаться такой же индивидуальной, красивой, радовать себя, быть в гармонии. Если будет она в гармонии, то значит и малышу будет тоже комфортно. В современной моде не существует условностей. Дизайнеры уже давно не делят одежду по принципу сезонности, возрастному и даже гендерному признаку, и уж тем более нет смысла разграничивать гардероб для беременности и все остальные наряды. На самом деле, сегодняшняя мода настолько многогранна, что не обязательно идти в магазин для беременных и приобретать какие-то бесформенные вещи. Можно также оставаться девочкой, хрупкой, красивой. Мы снимали сегодня несколько вещей, которые мы отшивали для Марины в прошлом году. Тем самым добавили в этом году несколько вещей, которые она сможет носить и после рождения малыша. Наша коллекция получилась достаточно актуальной, очень много ярких цветов. Мне кажется, в этот период это достаточно важно. Мы использовали горох, потом мы, конечно же, сделали костюм в стиле спортшик, потому что это удобно, модно и сейчас это просто необходимо. Все вещи данной коллекции, мини-коллекции, можно носить как с кроссовками, так же и с туфлями на каблуках. Сегодня это актуально, модно. Сегодня даже врачи настаивают на том, чтобы во время беременности исключить только самые вредные привычки, а в остальном делать то, что нравится, что приносит радость и удовольствие, гармонию и умиротворение. В данном случае как минимум двоим. Энса. Особенный стиль и безупречное качество. Свой уникальный образ собери на сайте ensastyle.ru. Уютный шопинг для всей семьи в самом центре города с парковкой. Торговая галерея «Аллея» на Труда 166. Салоны мужской, женской и детской одежды. Гардероб деловой женщины от европейских и российских брендов. Клубные, коктейльные и casual образы для стильных красоток. Полноразмерные коллекции для больших людей. А также джинсы, сумки, пижамы и купальники. А еще здесь знают секрет идеальной фигуры. Он в удачно подобранном корректирующем белье. Торговая галерея «Аллея». Наверняка вы уже здесь бывали. Это прямо над гипермаркетом «Спар» на Труда 166.
Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. На Кирова 159. Официальный хэштег нашего телепроекта «Beauty Time _TV». Ищите нас в Instagram, Facebook, ВКонтакте, а также смотрите сюжеты на нашем YouTube-канале и на сайте bt31tv.ru. На этом выпуск завершен. До встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом Я».